Привет, братва, с вами Феникс, как всегда. Придумал новую эту... приветствие. Оцени, пожалуйста. Все, короче, видосик, как всегда, интересный, годный и крутой. Поэтому приятного просмотра, погнали. Короче, смотри, сломал уже на сколько триллионов сундук. То есть тут вот немножко прошло. Так вот, про что видосик? Так про то, что яички сейчас будем открывать. Причем на... очень много. Я же тоже интересно будет, сколько с бустами со всем вот этой вот выпадет нам мификов. Мне да. Думаю, тебя тоже. Выпадет ли радужный, выпадет ли золотой? Сейчас с тобой это и проверим. Конечно, число красиво, 555, но ладно. Так, что нам нужно для этого? Как всегда, наш фирменный, лучший автокликер, опа, автокликер. Вообще можно любой, но у меня фирменный, сами знаете. Обычный скачал, нормально. Так вот, ты поставь лайк, если можешь, потому что ты можешь. Ну, чтобы у тебя все было и классно, и везло, и как бы да. Так. Вставать надо вот... А, ну... Ну, почти, погоди. Так, надо, смотри, как-нибудь... О, все. Значит, позу выбрали, собственно. Включаем бусты. Да, и полетели. Погнали, что нам выпадет, узнаем сейчас. Кстати, знаешь, что захотел проверить? Почем статы? А, ну, нормально. Зафьюзим, если что. Так вот, есть такой прикол... Что если снимаешь всех пэтов, тебе выпадают мифики легче. Вот правда. Проверено. Давай проверим с тобой прямо на видео. Я так хукота выбил. Вот этого. Поэтому. Которых всего 4 единицы. Ну, 4 единицы. Понял. Ну что ж, погнали. Дальше 0 пэтов. Сейчас будет не 0. Как ты видишь, реально же походу работает. Galaxy Fox уже выпал. Прям вот срезка так. Круто, да? Вот как ты видишь, что-то походу работает этот метод. Так что пользуйся, дружище. И пиши в комментарии, там, может, спасибо, может, что-то типа, как тебе лайфхак. По мне реально неплохой. Я тебе отвечаю, я так выбил хукота. Просто знаешь, как это узнал? Увидел, в общем, в Твиттере, да, чувачок такой. Написал, типа, я выбил в последние часы вот этого пэта. Думаю, чё, как, в смысле? Открываю такой, думаю, а ну-ка сниму. Снял и реально выбил хукота. Познал-то, конечно, узнал, но вот. Зато вы теперь знаете. Все-таки вот сработало, мне даже мифик выпал. Круто. Продолжаем дальше открывать. В ускоренном темпе, конечно же. 1000 раз ускоря, как всегда. А чё? Кстати, хотите золотые яйца? Тогда тут много лайков, друзья. И все. Комментарии тоже. Можете. Просто обычный пока что для эксперимента. У меня и так есть этот, получается, геймпас, который делает золотых и радужных с обычного яйца. Поэтому можно и не париться. Но если хотите прям золотых, то... Давайте, 500 лайков и погнали. Так, если у вас пошло дело не туда, то... Просто снимайте опять всех пэтов и пробуйте. А интересно, что будет, если я одену одного хук-кота? Давай, оденем. Все, это босс of the goom. Погнали дальше. Второй мифик. Так, инвентарь забился. Ну, в принципе, вот он, где мифик. А, ну ладно. А, вот они двое, красавца. Хе-хе. Пока что где-то яиц 500 открыто. Выпало два мифика, как видишь. Я пошел, в общем, этих пэтов что делать? Подфьюзить, что ли? Потому что надо же дальше открывать. Поэтому не переключайся. Сейчас все сделаем. Все, друзья, пэтов я сделал в золотые, радужные замучился немного, ну ладно, ничего. Все для вас. Поэтому приходите сегодня на раздачу, будет, наверное, ближе к вечеру, ну или увидишь. Всегда ставь оповещение, чтобы не пропускать. Так, ну все, поехали дальше открывать, смотреть, сколько нам выпадет мификов. Пока что два, вроде как. Думаю, будет штучек 5-6 хотя бы, а может больше. Как повезет.
Третий мифик, обалдеть, сколько ждали, да уж. Так, снова Full Inventory, сейчас исправим. Так, ну, по факту должно хватить места, поэтому дооткрываем эти 40 миллиардов и смотрим, вдруг еще парочку выпадет, а может не парочку. Посмотрим. А, друзья, в общем, три мифика выпало. Оказывается, запись была не включена, ну нормально. Ну что ж, ой, одеваю мификов. Это, знаешь, все скорее всего от сервера зависит, потому что, да. Бывает еще дело влияет сервер очень даже. Так, супер тимворк. Они одеваются вообще? Я просто не понял. 17, 19. Так. По-моему, у меня вот этот очень топовый. Какие у него статы вообще? Супер тимворк, чес, брикер и рояльти. Это, наверное, вообще имба просто. Он жестче будет, чем этот. Так что да, друзья. Все. В общем. Всех благодарю за просмотр. Сейчас будем... Что? Подфьюзим и разыграем что-нибудь, наверное. Сейчас зафьюзим 3 Red Fluffy. И что будет? Давай смотрим. О, ну 12. Ништяк. Так что вот. Не, ну кстати. Джелли Аллен. Что будет, если... Вот хотел узнать реально. Очень хотел узнать. Что же будет, если я зафьюзи его? А, вот этот на 6. Ну, так, неплохо. Мне кажется, по-моему, 4 надо и должно быть прям топовый пэт. Для раздачи. Да, Мибо, вообще ништяк. Слушайте, Мибо можно делать с 4. Ну или с 5. С 5 лучше. Надежнее будет. Я правильно понял? А, нет. Тут как повезет. Ну, можно, можно. Будем шаманить. В общем, смотрите, что на розыгрыш. Пускай будет, ну, мифик, первое, да? Второе ред, третье ред, четвертое ред, пятое ред. Ну, да, там на раздачах разыграем тоже, на стримах. Все, всем огромная благодарность, кто досмотрел до конца, вы лучший. А кто не досмотрел, тот не знает, что он лучший. И будет просто обычным. Так что да. Так вот, всем желаю удачи, отличных пэтов, пошел дальше фармить. Надеюсь, в следующий раз будет больше мификов золотых яиц, если вы, конечно, 555 лайков наберете. Это, в принципе, вам изи. Так что да. Все. Всем добра и еще увидимся. До новых встреч.